Hyvää päivää, rakkaat ystävät. Minä olen Andreas, asun Saksassa. Tervetuloa YouTube-kanavalleni. Дорогие друзья и новые подписчики моего канала, всем привет! Я не зря начал приветствие на финском языке, так как этот язык мне давно нравился, я его пробовал учить, изучать. Мне даже прислали учебники из Yle-радио в Финляндии. Но как-то у меня вот не получилось. Надеюсь, я правильно произнес. Решил сделать приятное моим финским зрителям. Привет вам из Германии от нас с Настей. Надеюсь, вы меня сейчас видите. Сегодня я хотел бы вам посоветовать как канал Владимира из Финляндии. Я уже очень давно подписан на его канал. Он тоже на коляске ездит, как и я. Вот. И по мере возможности снимает видео, показывает Финляндию, как она есть. С точки зрения вот нас на колясках. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Проходите, подписывайтесь на него и поддержите. Добрый день. Сегодня пришла посылка от друзей из Германии. Андрей, Настя, спасибо вам огромное за такой красивый подарок. Самовар очень красивый, большой, 4,5 литра. Ну или 4500 миллилитров максимум. Заварной чайник, пока он там находится внутри, все распаковали. Пока склали все внутрь. Сейчас не до испытаний, у меня еще грипп. И карантинное такое время. Чайник можно ставить сверху. Крышку маленькую снять. Заварной. Визуально все цело, все собрано хорошо, запаха никакого нет, правда, я не чувствую запах. Человек, который распаковывал, сказал, что запаха нету никакого, все отлично. Посылка была целая, немного с краю коробка была, угол порванный. Возможно, что-то кинули или что-то, я не знаю. Вот. Но упакован, соответственно, конечно, по объему. И все было плотно. Там коробка с самоваром не болталась. Да и сам самовар в пенопластовых ячейках был. Все хорошо упаковано. Ну, стандартно, так скажем, упаковано. Никак попало. Визуально все хорошо. Вот, красивый самовар. Так и оставить его здесь стоять, как натюрморт на столе. Попозже будут испытания. Большое и огромное спасибо Андрею и Насте из Германии. Ну, а я давненько не выкладываю видео, так как наступили холода. Приближается зима, а я не очень люблю зиму, холод, хотя родился в Заполярье, а вот не терплю я холод, не знаю. Да еще эта пандемия, блин, надоела. Остерегаться людей это, в масках. Так что будем видеться чаще на прямых эфирах. Заходите в гости, пишите комментарии, будем общаться. В прямом эфире. Давайте, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Чус.